Всем привет, друзья! Сегодня мы будем увеличивать наши силовые, мы будем делать отжимания на брусьях, мы будем делать подтягивания с весом, с средним весом и большим весом, а также будем делать отжимания. Поехали! Короче, первый подход всегда должен быть разминочным. Обязательно разминайтесь перед тренировкой, как просто ваши мышцы вот так делаете, ну вы поняли, да? А потом первый подход должен быть всегда без веса, разминочный. То есть погнали! Разминаем суставы, связки. Быстро можно не делать, можно даже вот так поделать немножечко, оп, 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 чтобы наши связки, суставы все размялись. Теперь уже переходим к среднему весу. У меня будет вес вот такой сначала, это второй подход. Тут, наверное, килограмм 12, думаю, будет вес. Поехали. Так, друзья, второй подход. Половина веса, он тоже как разогрев идет, и потом мы навесим все колеса и будем атаковать просто уже на массу и на силу. Погнали! Так, разминочка сделана с большим весом. Теперь будем делать где-то 6-8 повторений, чтобы у нас масса росла вообще просто на полную. Битки были и трицепсы огромные, как кони просто. Итак, друзья, теперь будем бомбить со всем весом. Тут где-то 35 килограмм, наверное. Может, побольше. Очень неудобно вставать. Начинаем. 6-8 повторений. Шесть повторений вполне нормально для роста мышц. Рабочих я буду делать 3-4 подхода, то есть рабочие это со всем весом, то есть максимальный вес, который я могу сделать на 6-8 повторений. Буду делать 3-4 подхода, уже один сделан. Так, ребят, второй рабочий подход. Ой, как же неудобно вставать. Святые олени. My DOGs getting treated like GODs. Your bitch texting me emojis off of 50 some VOD cotton. I think I need more peace. Running shit like I see police. It's Castro, bitch. Только 5, короче, осилил, но это нормально. Так, ребят, третий подход. Бомбим на максимум. Максималочка, пацаны! Пять еле-еле сделал, на максимум старался. Так, друзья, теперь делаем подтягивания. Также сначала без веса, потом с половиной веса, потом со всем весом. Тоже будем делать 3-4 подхода с максимальным весом. Отдых у меня где-то по 1,5 минуты. Поехали. Так, ребята, следующий второй подход с половиной веса. Тоже как разминочный. На самом деле идет сложно, потому что я уже сделал 32 подтягивания за 2 минуты. Я подтягивался с весом, короче, до этого и думал, что... Ну, нет, точнее, не думал, я хотел проверить, будет ли увеличиваться силовая выносливость от того, что я подтягиваюсь с весом. А нет, я потянулся столько же, сколько и потянулся тогда 32 раза. Но в этот раз я делал быстрее, поэтому... После вот этого, после этой тренировки будет вот видос, как я подтягивался за 120 секунд 32 раза. Бэм! Так, ребят, первый рабочий подход делаем с максимальным весом. Главное достать. Ну,
5 раз вполне достаточно, если считаешь, что я 32 до этого сделал, поэтому нормально. Так, второй рабочий подход. I know what's best for me, but sometimes I can't control these things. I know what's best for me, but I know that I'm never gonna learn these things. I've been trying to stay away and do things my way, going day to day, but I can't. 3.5, короче, ну на увеличение силы самое то. Еще один будет подход. Самое важное в этом деле — это не оторвать все битки, потому что вес большой. И на пределе возможности можно оторвать все битки. Так, ребята, последний, третий рабочий подход. Поехали! Четыре раза, нормально. Так, господа, теперь будут отжимания. Сначала без веса, потом будем увеличивать. Попробую, конечно, два колеса на себя накинуть. Получится? Нет, потому что будет неудобно. Поехали. I've been doing things that they told me I should never do. I've been doing things that they told me I could never do. Now, never do, I can never do. Так, друзья, второй подход с половиной веса. Как всегда, сейчас попрошу кого-нибудь положить мне на спину. Поехали. Чуть руку не сломал. Так, второй подход теперь с колесом, со следующим уже, с большим. И потом будет еще с двумя колесами. Че? Ты прямо можешь положить его на бок? Клонит. Давай ты подержишь. Статика, статика еще была, я устал. Сейчас, короче, пойдут два колеса выживания. И сразу же маленькая. Повыше, повыше. Повыше, Вик. Повыше. И подержите, чтобы они не падали, ладно, сверху. Жестяк! Короче, отжимания с человеком. 40-45 килограмм, короче, это больше, чем два колеса. Поехали, раза 4 попробуем сделать. Это было жестко, короче. А теперь я показываю вам видео, как я делал 32 подтягивания. Просто на время 120 секунд, опять же. Смотрите. Day to day.
day, but I can't fight the feeling when I'm chilling with you. Nothing ain't the same when I kick it with you. And I've been down this road before and it never ends right. Always in a fight, I've been too busy thinking about you every night. I've been too busy, gotta book another flight. Cause my life ain't been the same no more and I ain't got any more time to waste. I'ma keep it straight to the point with you. Just let me know everything you wanna do. So tell me, do you want me? Короче, вывод я сделал такой, что когда подтягиваешься много дней уже с весами, то силовая выносливость не вырабатывается, и поэтому я не смог подтянуться больше 32 раз, это мой предел на сегодняшний день. Если бы я занимался без весов и старался увеличивать свои подтягивания, то я бы подтянулся, а так как я занимаюсь с весами, вы сами видели, то я могу делать больше с весами, с каждым днем у меня увеличивается количество повторений именно с весами, а не без весов. Так что вот такие вот дела. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем выпуске. Пока!